Всем привет! Давайте я для вас запишу коротенький ролик про то, где сейчас находится Backplate, про который я рассказывала в одном из своих видео. В Cinema 2023.2.1 и Redshift 3.5.15 в Dome Light. Но где же нам теперь вставить Backplate? Adcraft. Отмечаем backplate. Вставляем вот в этот path. Например, вот это небо. На рендере, да, появляется это небо.